Мы находимся в музее этнографии, где замечательная выставка называется «Звучи гармонь над Волгою». Вот, тут столько интересных экспонатов. Это копия памятника гармонисту, который стоит на проспекте Кирова. Мы сегодня туда постараемся тоже доехать. Вот. Здесь экспонаты. Кубок мой, моего ансамбля. Диплом. Мы ездили в Москву, фестиваль «Гармоника. Душа России». Ну-ка, какой год-то? 2007 год аж. Вот, много тут интересных дипломов. Игорь Каржин ездил в Италию. Russian Monster, там его обозвали. Вот самоучитель игры на царской гармонике. Я тоже принимал участие в его написании. Там несколько моих композиций. Вот интересные экспонаты. Это уже молодые мастера изготовили вот такие гармошки. Плохо, правда, они играют. Но по-другому и быть не могло. Потому что надо много трудиться. Вот как раз демонстрирует ансамбль «Колокольчик» городского дворца пионеров на сцене Саратовской государственной консерватории. О, Суняйкин как головой трясет. Молодец, эмоционально играет. Здесь такие картины. Кстати, вот этот Лялина рассказывал, что это с моей фотографии, они руки мои рисовали. Руки Сергея Юрьевича. Вот, Марковна играла на гармошке, пела частушки «Царствие небесное». Вот тут замечательная фотография. Калаш из фотографии. Вот, кстати, Сергей Самусенко, руководитель ансамбля «Колокольчик». Ну, очень интересно, здесь выставка, все сделано компактно. Рекомендую посетить музей этнографии в городе Саратове, который находится на улице Ульяновская. Вот. Тут, кстати, такие интересные, очень интересные, как ее обозвать-то, композиция. Гармонист играет, и две дамы танцуют вокруг него, крутятся. Вот, тут даже на потолке вот такие фигуры. Я только сейчас обратил внимание, тут все настолько интересно. Вот у нас гость приехал из Мордовии. Гармошку. О, кое-что умеет играть. Я-то думал, что ты совсем играть не умеешь.